В здании Ялтинской городской администрации неизвестный мужчина попытался свести счеты с жизнью. Местный житель нанес себе увечья прямо у входа в мэрию с помощью холодного оружия. Принесенного с собой ножа он порезал руки и вонзил в себя лезвие. Пострадавшего доставили в больницу, он потерял много крови. Сейчас врачи борются за его жизнь. В настоящее время пострадавший находится в больнице. По предварительным данным, у гражданина были проблемы со сделкой по продаже недвижимости. В 2018 году правоохранителями по заявлению гражданина было возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий. В настоящее время полицейскими проводится проверка по факту произошедшего в администрации города Ялта.